Всем здрасте. Вернулись мы на то место, где мы нашли чудесное, расчудесное кресало. И идем, ну, примерно туда же. Посмотреть. Идем вдоль кромки поля. Кромки поля. Мусоропровод. Мусора здесь тьма. Ага, поздние советы. Не то немного, зачем мы приехали, но совсем не то. Вот, но мы еще не дошли. Дождик сегодня прошел, лес чуть-чуть парит, но за счет того, что сегодня, в принципе, не очень жарко, сказал, совсем не жарко, то, в принципе, в лесу хорошо. Комары, конечно, повылезали. Интересно, напишите в комментариях, кто чем борется с комарами и мошкой, самое главное. Интересно будет послушать, посмотреть, почитать. Такой вот нож у меня кованый. Ну, это, конечно, не домонгол, но что-то старое с хвостовичком. Сами понимаете, здесь все сигналы копаются после нашей прошловыходной находки. Вот. Здесь идет накатов куча. Медная. Медная. Забирай. Куча вот таких накатов, на них насекомые. Вот. А рядышком такая прикольная конинка. Место, где мы нашли кресало, найти не можем. Точку. Его не пометили. Да, мы его не пометили нигде. Молодцы. Лесной энергии вам в ролик чуть-чуть дам. Для пользы здоровья полезно. Обалденно, да? Такая находка интересная. Ключик. Сейчас. Интересный такой. А чё он? Я как-то по ключам особо не специализируюсь. Что он здесь делает в лесу? Дорога там была, но она была в стороне. Кстати говоря, сейчас россыпь кованых этих гвоздиков от подковы нашли из одной ямы. Там 5 штук. Забыл снять. Что-то там тетя Люба ковыряет давно уже. Дошли до какого-то определенного момента, там, ну, как бы уже непроходимо. Идем обратно вдоль вот этого наката. У меня пряжечка вот такая. А у Люб первая имперская монета. Ну, мы... Что-то я чуть не вижу. Их не видишь. Вообще не вижу. А, вижу. Вон она. Сейчас извлекем. Охрань, по сигналу вот имперская. Ну, или 24-й. -25 год. Для тех, кто не знает, монеты 24-25 года советские. Медный, крупный. Лиза. Лизавет, да? Сохран, печаль. Ну, как обычно. Ну, я не могу сказать, что прям... Ну, печаль. Ну, такой. Печаль. Печаль, печаль. Ну, сюда что-то ездило, это же накат. И там нашли какие-то заросли крапивы. Лиза, это Лиза. Да, тут вообще ничего не осталось. Но вензель видно. Видно, но ни о чем. Так и ходим по дороге. У меня попался Николай Первый гнутый. Ну, сохран тоже ни о чем. Весь в наростах. Выбираем. В принципе-то. Как же обалденно птицы поют. Душа прям успокаивается. Такая вот находка. Ну да, ей, конечно, к сожалению. Да это бижутерия. Фигово.
колечко было когда-то. Убитая. Нашли очаровательную пуговку-гирьку. На итраке звенит, как маленькая серебряная монета. То есть я хотел вам объяснить, кто ходит с этими приборами, тот знает, как звенят обычные пуги, вот эти вот оловянистые, скажем так. Как звучит, допустим, 5 копеек имперского серебра. Смотрите. Сейчас я попробую сфокусироваться. Красиво. Фоточку-то приложим. Почистим ее хорошо. Возможно, что это, конечно, не чистое серебро, вряд ли, но это, скорее всего, какой-то сплав на основе его. Шестиконечные и по 3 точечки на каждом. Сейчас информация будет на экране. Такие вот шикарные папоротники, птички. Онлайн вам напоследочек. Ну, еще не напоследочек, мы же, конечно, не доперлись ни докуда. Ходим-бродим, день походим. Бывают находки страстные, бывают прекрасные, бывают плохие, бывают... Испортился. Испортился? Ага. Это плохо. Ну, хоть посмотрите, как завелся. Посмотрите на будни наши копольские. Ни хрена. Чё, пятак? Катькин? Не знаю. Катькин. Вот он. Катькин. Нет, не Катькин. Не Катькин. Не Катькин. Качейки. Не кольцо. Нет. 61-й. Низкопрофильный. Убитый, нет. С одной стороны подбитый. Вот это находочка. Ребята. Пятачки в лесах. Ой, нечастые. Ну да, к сожалению, сахан будет, скорее всего. Хотя грунт здесь неплохой. Ну просто он сам по себе. Низкий профиль, 61-й, да. Год. Значит, плохо сохраняется. Вот это вот, конечно. Орел в подъеде. Мы его в жужу машину засунем. В жужу машину. Господи, вся в комарах. Да, не мелко. В ссадинах. По елкам-то лазить. Ну, в общем. Ну... Как факт самого наличия пятака? Хрен знает. Жужа в машине полежит, потом в мыль подкисает. И посмотрим. Интересно иногда бывает, иногда случается. Даже яму еще не зарыли, начали прозванивать. Ну, на предмет дополнительных сигналов. Сигнал появился рядом. Жопа, конечно, у него. Щитовик 1934-го, что ли? 32-го годика. О, такой вот. Пятак и щитовик. Вот она, дорога. Мы сейчас сравнились. Ее плохо видно. Вот рядом идет современный накат, он туда уходит. А эту ее не видно за кустами, за папоротниками. По карте сравнили, а она вот она, родимая. Друзья, сейчас мы вас вместе с вами сходим, короче говоря, на лесное болото. Никогда не были? Очень осторожно. Посмотрите, мох. Главное не впороться туда. Ну да, я не помню, как они называются, вот эти котлы. Там лесное болото. Мы здесь были когда-то давно, вы не представляете, какой здесь запах. Здесь хочется упасть вот на этот мох и лежать. Деревья уверенно стоят. Мы подходим аккуратно по деревьям. Шесты мы, к сожалению, не взяли. Ну, здесь от приборов-то рядышком. Сейчас я пытался вылезти. Трясина начинается дальше, да. Справа, слева. Сейчас я дойду, покажу. Там
Когда идете, обязательно проверяйте, куда наступаете. То есть сразу не перекидывайте вес вперед. Вот оно, это лесное озеро. Мы один раз на нем были, на этом болоте, только с той стороны. Я пытался подойти к нему. Вон, видишь, сухая гряда вся, вот она высокая. Да. А что ж там было-то? На болоте. Вот тут такой запах дурманящий. Да. Здесь хочется... Смотрите, какой ковер. Где кабан барахтался, конечно. Вон. Ну, выехал. Да вышел он, шлепки. Он денется-то. Как этот мох пахнет. Кстати, он дезинфицирующий. О, здесь уже все. Не-не-не-не. Туда йог. Около этой кочки. Тут уже йог. Мы друг друга не вытащим, если что. Уникальный запах. Причем он дезинфицирующий. Да, мох. Это тот, как антисептик работает. Ну, что-то типа. По-моему, он называется. Я точно не знаю, но что-то типа. Такая вот здесь красота. Ставьте пальцы, кому понравилось. Будем вам показывать всякие такие интересные места. Но на болотах, на лесных очень аккуратно. Всосет, вот попадете в этот вот особенно котел. Особенно сильный запах осенью. Не выберетесь. И он настолько пьянящий и дурманящий, что... Ну мы здесь, да, тогда чуть это, спать не легли. Спать не легли. Вот с той стороны. Он настолько, он прям затягивает, хочется прям сесть и все. Ничего больше не надо. Блин, комары. Комары. Выбираемся. Вот оно, наше болото. А здесь огромная яма. И здесь мы поменьше. Вот там куча железа. У меня такая мысль меня посетила, а не стоял ли здесь какой-то дом? А, может быть, какая-нибудь, черт его знает. Помечено. Короче, здесь было какое-то строение, только зачем оно здесь было? Непонятно. Выбрались с дороги, с болота. И выскочила здесь вот прям на пересечении с полем. Нига. Непонятно. В сохране в каком? Нормально. Нормально? Думаю, она... Отойдет, думаешь? Отойдет, просто она... Здесь вообще грунт хороший. Здесь песок золистый такой. Для меди он благоприятный. Ну да, она такая. Но она сама при жизни потертая. Ну... Да не, я думаю, что-то отойдет. Вон какой ореоль. Сейчас покажу. Они, конечно, затертые, но хотя бы все читается. Ну, совершенно четко эта дорога. О, муха. Да, здесь дорога была через поле, видимо, она туда и шла. Кустов послышалось крик «Ух ты!» И где там «Ух ты?» Вон стоят два братца. Вон они. Красавчик. Грибокоп. Пяу. Ну, грибы-то уже пошли. Дело хорошее. Грибы – это хорошо. Ну вот и все. Подошел к концу этот замечательный летний денек. Находки были, лес был, птицы были, воздух тоже был свежий. Все было. Даже грибы. Даже грибы были. Находки вы видели. Ставьте пальцы. Делитесь видео в соцсетях, если не сложно. Гуляйте с нами на канале. Всем здоровья и пока.